что скажете об этой игре в целом, что сегодня не получилось? Ну, тут я бы сказал, так все, в принципе, не получилось. Первый период, две ненужные шайбы, так скажем, ошибки, которые сами себе привезли. Вот, включились уже, забили один гол, не хватило, конечно, моменты были, надо их реализовывать, но в целом будем работать. Как вы сказали, не хватало моментов, не хватало завершения. А что такого делала оборона Магнитки? Да, в принципе, моменты были у нас. Так, хорошие моменты были в зоне, атаки хорошо комбинировали. Надо чуть добавить в этом. Не знаю, Магнитка в первом периоде два момента своих реализовала. Мы должны, в принципе, также, я думаю, реализовать свои моменты. Металлург был заметно агрессивнее сегодня, они второй гол забили после перехвата и вообще сегодня были как-то позаметнее в этом компоненте, может быть, целоваться подобной жесткости не хватает? Да, я думаю, в целом мы должны во всем прибавлять, что мы, в принципе, будем делать, работаем над этим, не стоим на месте, будем впереди следующая игра, очень интересная, зеленый дерби, будем добавлять во всех компонентах, будем ждать хорошую игру с нашей стороны. Что означает для вас первый домашний матч в сезоне? Эмоции положительные. Положительные эмоции от болельщиков, конечно же. Проиграли это не совсем хорошо. Хочется всегда своих болельщиков радовать. Сегодня не получилось, но будем отыгрываться в следующем матче. Будем... В принципе, им огромное спасибо, как я всегда говорю. Они нас гонят вперед всегда при любом, как говорится, в любом матче. Будем стараться еще их радовать.